Лапта – одна из первых командных игр на Руси, сейчас почти забытая. Возможность попробовать себя в ней выдалась химчанам на мастер-классе по народным русским играм. Провела его инструктор по физической культуре Марина Каратеева. Подробно рассказала о технике удара и правилах лапты. Играют на прямоугольной площадке. С одной стороны линия города, с другой – линия кона. Между ними – поле. Выбирайте две команды. Команда защитников и команда нападающих. Цель игры – борьба за город. Команда защитников старается как можно дольше продержаться в городе. Команда нападающих старается как можно быстрее или скорее захватить его. От слов к практике. В свое время лапта собирала людей всех возрастов. Так произошло и в этот раз. Взрослые дети с удовольствием сыграли в увлекательную командную игру. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Посетить любой из них можете и вы. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.